Я знаю, что Великая Отечественная война началась в 1941 году. Виновником ее стал Адольф Гитлер, немецкий канцлер. На недавно подписавший мир Гитлер со Сталином ворвался в СССР. И он, следуя своей тактике блицкригу, быстрой войне, начал быстро прорываться. Сначала он захватил Беларусь, БССР на тот момент. Но храбрые советские солдаты очень сражались со своими винтовками против немецких автоматов. И они до последнего держали Брестскую крепость.